Фух, еле успела, Саша, представляешь? Последние цветы в цветочном магазине. Пустой магазин, абсолютно. Так, ты детей разбудил? Даша, а что ты хотела? 1 сентября. Нужно было заранее покупать. А детей? Я забыла разбудить детей. Дети! Подъем! 1 сентября! Ну, Саша, ничего доверить тебе нельзя. Дети, подходим за цветами, одетые нарядные, с рюкзаками. Ой, правда, сегодня первый учебный день. А чего пораньше-то не разбудили? Хотя я прекрасно слышала, сама заводила будильник. Сегодня, наконец-то, встреча с друзьями. О, вот это платьишко мне как раз подойдет. Ура, я в школу пойду! Первый класс, ура! Катя, а как там? Ой, Дианочка, не совсем разделяю твою радость, но там здорово. Кать, ты чего врешь ребенку? В школе? Не здорово. В детском садике хорошо, а в школе не очень. Кто видел мой рюкзак, а? Начинается. Никто его не видел, иди ищи сам. А, так вот же он. О, я же хотел Тиме показать свой новый арбалет. Так, это надо как-то взять. На перемене сходим на улицу и постреляем. Еще пачку патронов. Еще надо взять попыт, а манкас у меня не влезет. Вот этот маленький, будет чем заняться там. И вот эту игру хотя бы, раз ноутбук нельзя. Дети, у вас осталось 5 минут. Мам, давай букетик, я за цветами. Молодец, Катя, как всегда, самая первая. Выбирай любой. Я возьму вот этот, мам. Ну что, я в школу. Всем пока-пока. Так, а мне вот этот тогда. Макс, ты точно все собрал? Да, мам, точнее не бывает. Сегодня я все взял, все, что мне надо. Мам, когда мы уже в школу пойдем? А где мой букетик, мама? О, Диана, я совсем про тебя забыла. Ты же тоже идешь в школу. Ну, Даша. Что же делать? Макс! Чего, мам? Я же сказала, все взяла, я же в школу пошел. Нет, подожди, а как ты-то без цветов? Ладно, Дианочка, пойдем, купим по дороге. Я надеюсь, что-нибудь еще осталось. Дианка! Ха! Тоже идет в школу, представляете? Совсем большая стала. Сейчас узнаешь, что такое двойки, уроки, плохое поведение. Ха! Ладно, я погнал. Дианочка, не слушай его. В школе очень хорошо. И двоек не будет, если готовиться к заданиям. В отличие от Макса. О, всем привет, цветов не надо, хотя они у вас у всех есть. В 1 сентября! А ты что такой радостный-то? У меня классная штука с собой есть, я тебе на перемене покажу. И, кстати, это, подвинься, я вообще-то с Машкой сижу. Ой, да ладно, что тебе? Вот так бы сразу, а то штуку классную не покажу. Ой, да ладно, классно, у тебя там фигня какая-нибудь, наверное, очередной попыт, да? Ничего не попыт, не знаешь, так это, не угадывай, я тебе потом покажу. Ага, потому что, наверное, у тебя нет ничего, поэтому и потом, да? Эх ты, Фома неверующий, иди сюда, пока учитель не пришел, покажу. Да-да, насчет учителя, нам, кстати, сказали, что у нас будет новый классный руководитель. О, отлично, я надеюсь, что она нормальная, не как предыдущая. Ага, Макс, не знаю, насколько нормальная, но нам сказали, что мы удивимся. О, это уже интересненько. Иди быстрее сюда тогда, а то мало ли что. Неохота принести двойку 1 сентября. Ну давай, показывай, что там у тебя. Это что, настоящий арбалет, что ли? Да, ты что не видишь? Еще набор стрел. На перемене выйдем сегодня, постреляем по деревьям. Слушай, круто. А как он заряжается, покажи, а? Я только на картинках такое видел. Настоящий арбалет. Ладно, сейчас покажу, мне самому любопытно. Я только сегодня его собрал. Так, это пропихиваем сюда. Это сюда. Вот, смотри, готово. Ого, круто, и что, стрелять можно, что ли? Ну слушай, думаю, да, тут на курок только нажать и все. Проверим его попозже. Здравствуйте, дети. Я ваш новый классный руководитель. Макс, прячь, давай быстрее. Поздно, я на курок нажал. Куда там она полетела, а? А? Это что такое? Слушайте, я много чего ожидал. Но чтобы меня 1 сентября встречали стрелой из арбалета, это уже слишком. Чьих это рук дело? Ну все, допрыгался. Сейчас меня из школы выгонят. Здравствуйте, извините, пожалуйста, арбалет мой. Я стрелять вас не хотел, честно. Я другу его показывал, а тут вы. И я совершенно случайно нажал на курок. Значит, арбалет твой, да? Отлично, сейчас и познакомимся с тобой. Меня зовут Олег Юрьевич, а тебя, мальчик? Очень приятно, а меня Макс. Макс зовут. Очень приятно, Макс. Макс, который 1 сентября чуть не покалечил учителя. А если б ты мне попал в глаз? Кто тебе вообще разрешил такие вещи в школу приносить? Это же оружие. Ты представляешь, что будет, если я отнесу это директору и скажу, что ты сделал? Ну, да. И школу, наверное, выгонят. А вы расскажете, а? Я честно, не специально. Я его только купил. Я похвастаться хотел.
Куда похвастался? Да, штука, конечно, интересная. Представляю, какое у тебя было желание ее пробовать. Но то, что ты сделал это в школе, я, конечно, должен это как-то заметить. Давай ограничимся тогда двойкой за поведение. Двойка 1 сентября! Так мог сделать только Макс! Тебя вообще не спрашивали. Спасибо большое, Олег Юрьевич. Я только дневник дома забыл. Можно потом двойку поставить? И я вот, цветов вам принес. Ой, ну только вы дяденька, а дяденькам тоже цветы дарят. Ну так-то вы же учитель. Держите, с 1 сентября, днем знаний, Олег Юрьевич. И простите еще раз меня, я больше так не буду, честно-честно. Ну что, ребята, вот такая история. Получил двойку сразу в первый день школы. А вы, ребята, как сходили на 1 сентября? Все нормально? Я вас поздравляю с днем знаний. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал Дринелка ТВ и смотрите новые, самые интересные серии. Пока-пока. Этот арбалет нужно еще испытать. Как он на самом деле стреляет-то, да?